Всем привет, мои дорогие подписчики и гости канала. С вами я, Юля Дурмаз, и компания Comfort Homes Turkey. Многие из вас уже слышали о новом законе, который вступает в силу с 1 февраля. Закон, касаемый покупки недвижимости в Турции. Покупатель должен предоставить в кадастровое управление чек из банка в специальной форме об обмене валюты на турецкие лиры. Сумма, равная стоимости квартиры, записанной в ТАПУ. Сейчас это еще все так обтекаемо. Я вам просто такой анонс сделаю. Вот у меня буквально через неделю-полторы будет сделка. Будем переоформлять ТАПУ. Тогда уже все сами пройдем этот этап. Я уже точно буду знать все нюансы и потом запишу вам полноценное видео. Всем пока, хорошего дня, до новых встреч!